Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сейчас хочу показать вам новинки, которые я приобрела в каталоге Oriflame номер 10. Это такой модный оттенок лака, называется абрикосовый фреш. Мне показалось, что это очень для лета классный цвет, такой нейтральный, приятный, теплый, и в то же время он дерзкий. И еще я взяла себе новиночку, сейчас покажу это с этой странички, закрепляющее покрытие с эффектом гель-лака. То есть, да, мы ожидаем от этого средства, что не надо будет ходить в салон красоты, делать специальное покрытие гель-лаком, а мы будем обходиться только этим средством, и благодаря ему у нас ногти должны выглядеть более такими крепкими, объемными, ровными, и в результате у нас будет дольше держаться маникюр. Самое главное, нам не нужна специальная лампа для сушки лака, и он удаляется обычной жидкостью для снятия лака, которой вы привыкли пользоваться. Итак, давайте попробуем, что же у нас получится. Кстати, сначала я нанесла основу. Это укрепляющее средство для ногтей. Код его 32038. Тоже очень красиво смотрится. В принципе, если нету особо времени, то можно просто обойтись этим покрытием. Очень ухоженные, красивые, чистые ноготочки. Итак, приступаем. Лак сначала нужно разбултыхать. Обратите внимание, какая шикарная кисточка. Просто шикарная. Она закругленная немножечко. И за счет этого очень классно ложится лак. Я люблю лак выкладывать сразу одним слоем, чтобы он был просто без разводов. Вот, смотрите, какой классный цвет, какой яркий, смачный, просто прелесть. Кисточка округлая, за счет этого очень классно выкладывается лак по кромке ногтя. Такая идеально ровная форма получается. Так, смотрите, как красиво. Пока у нас первый подсыхает ноготочек, я пока продолжу. А что мы сделаем с вами самое главное? Сейчас я сделаю полностью маникюр, засеку время, когда мы это сделали, и когда начнут ногти, ну, когда маникюр начнет портиться, то есть кончики облупляться, я или напишу в комментариях к видео, что произошло, да, то есть обязательно поделюсь с вами, как долго держится с этим гелем маникюр. Я думаю, что это очень важно и будет интересно всем. Вот такой у нас получился маникюр. А сейчас опробуем новое средство. Гель, как оно будет выглядеть уже поверх лака. Тоже такая же кисточка, копия. И аккуратненько наносим. Вот что сразу замечаю, очень легко распределяется, прямо растеклась по ногтю капля. Действительно выровняла, прям ровный-ровный стал ноготок, цвет выровнялся, стал еще лучше. Ух, много. Да,
Да, действительно чудо-штука. Очень бы хотела, чтобы лак держался долго, чтобы сделать маникюр и целую неделю о нем не вспоминать. Но разницу я вот сразу вижу. Ноготь прям красивый. И лак супер идеальный, лег, как будто бы это действительно из салона я вышла. Вау, смотрите, вот тут у меня были полоски. Сейчас посмотрим, что сделает с ними гель. Неаккуратный был накаток. Все, вау, вау, идеально, класс. Итак, сегодня у нас с вами 14 июля 2016 года. Мой такой видеоролик коротенький мы на этом завершаем. И следите за моими комментариями или новым видеороликом. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!